Китая. Певица Душа. Привет, слушатели, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик. Бог послал своего голосового посланника Димаш. Этот молодой человек из Казахстана. Он переопределяет талант и поражает пределами человеческого голоса. Некоторые люди говорят, что его голос темен под прекрасным телом. Не жить. Это призрачная демоническая душа. Он – ночная жемчужина западного региона, освещающая музыкальную сцену Китая. Певица души. Трогательная. Гению нужно лишь немного тяжелой работы послезавтра, чтобы достичь крайности. В обмен на бесчисленные аплодисменты, ему действительно не хватает тяжелой работы других днем и ночью. Его голос похож на лебедя. Он действительно талантлив. И молодежь полна энтузиазма, но они очень редки в этом возрасте и не находятся в хаосе. Он великолепен, но не делает меня несчастным. За это время, потому что я был занят, я постепенно исчез из розового круга. Я только надеюсь, что он становится все лучше и лучше, и я не забываю свое сердце. Не пудри его. Некоторые песни могут обслуживать рынок, некоторые песни могут петь сердца людей. Некоторые песни могут помочь вам излечить внутреннюю боль посреди ночи. Некоторые могут заставить вас лечить себя, а некоторые люди, некоторые песни, используются. Приходите и оцените. Расскажите нам, что такое красота. Димаш принадлежит к последнему. Слушатели, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик.